Водоплавающий бронетранспортер БТ-3Ф. Водоплавающий бронетранспортер БТ-3Ф изначально предназначался для морпехов Индонезии, которые в 2010 году планировали приобрести партию БТР для пополнения парка БМП-3Ф. Однако в итоге индонезийские военные предпочли увеличить парк БМП-3Ф, а затем и вовсе попробовали перейти на украинские плавающие БТР-4. Однако в воде эта бронемашина показала себя не лучшим образом. Боевая масса БТ-3Ф составляет 18,5 тонн. Экипаж — 3 человека, десант — до 14 человек. Бронемашина обеспечивает защиту от обстрела и стрелкового оружия калибра 14,5 мм с расстояния 200 метров. Длина машины — 7 метров, ширина — 3,3 метра, высота — 3 метра. Силовая установка — дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил, позволяющий развивать максимальную скорость 70 км в час, а на плаву — 10 км в час. Запас хода по топливу — 600 км. Машина вооружена дистанционно управляемым модулем вооружения ДПВ-Т с пулеметом ПКТМ калибра 7,62. Возможно оснащение автоматическими гранатометами АГ-17А 30 мм и АГ-40 40 мм.